Господи, Господи. А это кого ж поддержать-то? А? А ну идем, ребят, к заводу. Подожди, Колька, ты у меня еще напряжешься. Что-то напряжешься. Чё? Ты у меня что-то пляшешься! А я, хозяин, плясать и не собирался. А ну, идем, ребят. Ну, хорош. Давай-давай. Женька!
Приказываю немедленно разойтись. На размышление даю одну минуту. Арестованные освобождены не будут. Арабет Карлович. Может быть, в шашечки сыграем? Мед кроссом фергнейн, с большим удовольствием. Александр Петрович, только один минут. Я кончаю письмо своему сыну в Германии. А, пожалуйста, садитесь. Майка! Шляешься все? Дом не сидит-то? Хорошая она у вас девушка, Александр Петрович. Давай. Проверь,
Фук. Александр Петрович. Здрасте, Александр Федорович. Александр Федорович. Александр Федорович. Долго будет? Что будет? Забастовка. Забастовка? Да нет. Вот цик. А черт их знает. Так стало. Кто это такой Александр Петрович? Жилец наш новый. Социал, революционер, демократ, забастовщик. Из тех, что в 1905 году баламутили. И эту забастовку они заварили. Мы расстались с тобой, и мой поезд летит, только дым за собой оставляет, а разбитое сердце болит и болит. И душа бесконечно страдает. Но чем дальше вперед, на душе все грустней. Голова моя думать устала, и я вижу тебя средь блестящих огней в упоении шумного бала. Бриллианты кругом, кружева и цветы, бальный вихрь тебе нервы ласкает, всех улыбкой приятной приветствуешь ты, и в глазах твоих счастье сияет. Но порой в тех глазах будто искра, искорка слез, и я верю, что в музыке бальной тебе слышится шум от движения колес и свисток, и наш шепот прощальный. Папанька! Что-то случилось? Чего еще? Во! Сейк, вставай! Сейк! Пиш, черт! Сейка! Тебе говорят! Вставай! Чего вставай? Мусь пришла. Да ну тебя.
Пойдем, идем, идем, идем. Сенька, тебя говорят. Гутен морген, Роберт Карлович. Здравствуйте, Александр Петрович. Роберт Карлович. А, Роберт Карлович. Пойдем пивка трахнем. Александр Петрович, не знаете, что там гудит? Гудят. Случилось, что ли, чего? Пойдем посмотрим. А по дорожке пивка трахнем. О, Зерьян, очень охотно, Александр Петрович. Я уже одеваюсь. Роберт Карлович. Ich kann nicht begreifen, где моя шапка потерялся. Все вину. Ну-ка, прикиньте. Как по-вашему, Александр Петрович? По-моему, хорошо, Роберт Карлович. По-моему, тоже хорошо. Пойдемте. Шапку не закидаем. Роберт Карлович, милый, да мы же сволочей шапками закидаем. Что вы говорите, Александр Петрович? Говорю, шапками закидаем. Не закидайте, Александр Петрович. У нас тоже шапки найдется. Рабочие, вы знаете меня. Мы всегда вместе, рука об руку, вели борьбу за ваши права. И вы верили мне. Поверьте сейчас, теперь, в эту великую роковую минуту, когда немцы вторглись в пределы нашей страны, что делать? Ответ на этот вопрос надо искать в сердце русского человека. Перед лицом внешнего врага забудем внутреннюю классовую рознь. И прекратите забастовку. И смело, с верой в победу, идите сражаться на поля брани. Идите сражаться на поля брани. Hey, we have a dream.
летики закрыли, как и мы идем на реку, на твоей песне. Ты что, тебя спрашивает? И я пойду. Куда пойду? Да никуда он не пойдет. Нет, пойду. Куда пойду? Добровольцы. Ой-ой-ой. Рассказал, значит, и пойду. Тебе говорят, пойду. Тебе говорят, пойду. Брось тень, что ты, милый. От одного хватай. Что-то тебе. Тебе говорят. Стой! Трусы. Я к тебе пойду. Трусы. Пусти, тебе говорят! Вот дура-то! Петрович, лошака своего оставляю, посиди за ним. Вернусь, отплачу, а не вернусь, себя оставишь.
договор. Уполномоченный Союза городов в лице. С одной стороны. И купец второй гильдии Митин с другой. Настоящий договор на поставку сапог для действующей армии по цене. Оран, дідаючи інфантрі, цізанти вахтам рейн, дан унзре тапфере кавалері унт ентлих хінтердрейн, ді артилері ми тим гешіц унт алле муть відер олле фриц. Канонен расултн цух ан цух, дер байонете валт, дурш блиц klirnt die freie Luft und endlich hieß es Halt. Здравствуйте, Роза Карловна. Будьте так любезны, получите, сколько я вам должен. Будьте любезны. Маечка.
Шарчик. Чу-чу. Папань, а папань? А немцы тоже? Чего, папань, папань? Чего тебе надо здесь? Эх, Сеньк, Сеньк, какие ты кудри потерял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять. Пусти. Эх ты. Нужен кому? Нужен? Нет? Колька. Коля. Николай. Колька! Чего тебе?
Ладно, ладно. Выходи, предели им! Почему остался? Почему, я спрашиваю? Зубру. Вон отсюда! Вон отсюда! Мёртвый.
Wie viel ist die Uhr? Nicht. Nein, 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 nein. Vremya. Moment. Знаешь, сколько? Час. Vremya. Schon 7 Uhr? Ich muss zurück ins Lager, um 7:30 wird geschlossen. Wir können nach der Arbeit noch in die Stadt gehen, müssen aber pünktlich zurück sein. Ich habe hier in der Stadt schon überall nach Arbeit gefragt. Ich bin Schuhmacher. Ja, Sapoznik. Aber alle sagen, für Deutsche haben wir keine Arbeit. Die russischen Soldaten an der Front waren nicht so feindselig gegen uns eingestellt, wie die Leute in den Städten. Ты понимаешь? Ага. Sie sehen meiner kleinen Schwester sehr ähnlich. Sie ist nur etwas kleiner wie Sie. Ich habe schon sehr lange keine Nachrichten mehr von ihr bekommen. Und mein kleiner Bruder, ich glaube, er wird auch bald ins Feld müssen. Wenn er nur nicht an die Westfront kommt, sondern nach Russland, das ist doch noch besser als wie nach Verdun. Понимаешь? Нет, не понимаю. No, ничего. Ich muss jetzt gehen. Es ist schon spät. До свидания.
Песна? Да где же вы, Бог? Ничего. Может, кушать хотите? Большое удовольствие. Мисс Зондерен Пернюге. Как? Как? Мисс Зондерен Пернюге. Мит безондерен фергнюген. Ты говоришь по-немецки, да? Ага. Это у нас тут такой Роберт Карлович жил, старик. Немец, он давно уже уехал. Так вот, они с папой всегда в шашки играли. Вот. И он меня выучил. Warum hast du mir das nicht früher gesagt, dass du Deutsch sprechen kannst? Dann hätten wir es doch so schön unterhalten können, den ganzen Weg über. Ich habe gedacht, du verstehst überhaupt kein Wort. Da. So da. Ja, hast du ein Messer? Tja. Чаю хотите? Да не чай пришел. Как фамилия твоего гостя? Миллер Третье. Гость? Миллер Третье. Ну, Третий. У них в войске 8 мюллеров. Ну, так вот что, милый Третий. Сделай одолжение. Отворот, поворот. Очень тебя прошу. Плохой смех. Вон отсюда. А он тоже сапожник. Вон отсюда! Немецкая рожа! Папанька, и он сапожник. Стыдно вам, Александр Петрович. А звучит-то! Получше тебя еще не отзайдутся! Wo ist der Ausgang? Ausgang ищите. Я. Ну-ну. Дор. Майка!
А? Danke für alles. Leb wohl. Ну-ка, выйди, покажи. Ты сапожник? Я. Да, сапожник. Так вот что. Пойдем ко мне. Подработаешь. Сам раньше на дому работал. Ну, идем. Вашим слезам нет места сейчас. Сейчас война. И пока мы не победим, мы не можем жалеть врагов наших. Вы должны быть и телом, и духом вместе с нами. Мы делаем правое дело. Дрянь паршивая. Может, чайку? Что-то не хочется. А это зачем у тебя? Лошадь давай. Нет, не видал. Валяй, шей.
Чик, ну! Ну! О! 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 Ну! 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 Мальчик! Мальчик! Милый, но. Чего с тобой? Но! Но! Марина, милый, лошадь ноги сломала. Барин, милый, что же теперь делать? Лошадь подохнет, и мне подыхать. Барин, милый. Что ты говоришь о себе? О лошади? Когда вся Россия... Весь русский народ, не щадя сил и жизни лучших сынов своих, напрягаясь в великой героической борьбе, защищает Родину. Из этой великой борьбы Россия выйдет обновленной и окрепшей. Время ли отчаиваться, когда сердце переполнено радостью и сознанием скорой победы? Близка победа! И только победа! Немцы! Победа над немцами! Победа полная и решительная поднимет тебя из этой грязной... Ямы! Иного пути нет! Почта! Для нас письмо приехали. Петру Иванову. Каткину. Мне. Мне. Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren, öffnen die Mädchen Fenster und die Türen. Warum, 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 warum? Los, ringen den Tränen, bis den Schimmer, das hat Schimmer. Los, ringen den Tränen, bis den Schimmer, das hat Bumm. Tristan, geht! Tristan, schwege mir auf! Что же вы наделали, а? Вон отсюда! Уйди отсюда! Вон отсюда! Уйди! Thank you.
Дайте же, сволочь! Что из того, что он немец? Он такой же сапожник. Чего вам? Расходиться надо. Ну, давай, давай. Давай, 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 давай. Ну. Сеньку моего убили. Колькину давай. Давай на Колькин. Больше на волю пущать не велено, а то шум много получается. Отойдите, отойдите, отойдите. Давай, 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 ноги спускай, спускай, спускай ноги. Спускай, спускай, спускай ноги. Er war mein russischer Patriot und er hat mich niedergeschlagen. Bloß weil ich ein Deutscher bin. Aber dann kam ein Mädchen, die war so nett zu mir. Wenn sie nicht gewesen wäre, sie hätte mich totgeschlagen. Thank you.
Земляки, слыхали или нет? Царь наш от престола отказал. Врешь! Врешь! Что врешь? Что будет перша есть? Во горячка! Во горячка-то! Фу ты! Друзья, сограждане, взошло солнце революции и растопило оковы тирании. Александр Федорович, Александр Федорович, здравствуйте, Александр Федорович. Некогда мне, некогда. От имени временного правительства приветствую вас, свободные граждане, свободной России. Ура! Теперь будет править Дума от народа. Дума. А я так полагаю, хрен с ним, с царем. Надо полагать, войны теперь не будет. Говорят, у помещиков землю вот горячки. Ладно, наступайте. Thank you.
когда ж кончим-то? А? Tötet mich nicht. Ich habe Frau und Kind zu Hause. А я так полагаю, что не хочешь они воевать. Tötet mich nicht. Нет, не хочешь. Давай. Объясни мне мелочок. Мы не хотим воевать, они не хотят воевать, а четвертый год воюем, а? Пусти. Куда? Куда? Куда, Николай? Дайте мне говорить! Всякая сволочь! Немецкие агенты, большевики, шпионы и предатели призывают к страданию на фронте! В эту самую минуту, когда страна кровью обливаясь, защищается от внешнего врага, большевики предают родину! Большевики разлагают армию! От имени временного правительства я заявляю... Не мешайте! Не мешайте мне говорить! От имени временного правительства я заявляю продающихся солдат предателей, разлагающих армию, будем уничтожать беспощадно!
Никола! Николаша, мелочок. Винтовок. Винтовок. Начальству. Не давайте. Солдатские депутаты зимний какой-то взяли. Что здесь играть? Слезайте. Подчиняюсь насилию. Не подчиняйтесь. Петру, не следи. Иди. Николай! Коля! Эй! Колечка! Колечка!
Петька! Коля! Чего тебе? Вставай! Сейчас.